Шестая киноакадемия подарила сменовцам незабываемые эмоции, невероятные открытия и возможность создать новые фильмы. Во Всероссийском детском центре «Смена» в рамках летней детской киноакадемии и Академии творчества прошла торжественная церемония вручения кинопремии «Крылья». Торжественную церемонию один из главных гостей летней детской киноакадемии, актер театра и кино Сергей Горобченко. Создать творческий какой-то подарок для себя, для своих близких, такой как фильм или мультипликационное произведение, или притча, которую вы сделали, это значит победить себя. В течение четвертой летней смены 260 юных киноакадемиков создали более 40 ярких проектов. Три недели творческого процесса – это миллионы ярких эмоций, тысячи отснятых кадров, сотни перезаписанных дублей и одно желание – победить. Наконец, рабочий процесс остался позади. Пришло время узнать имена обладателей премии «Крылья». Многие юные киноакадемики настолько энергичны, что принимали участие сразу в нескольких творческих проектах. Приз за лучшую операторскую работу получил Ярослав Кириченко, который снял фильмы «Остановись», «Материнская тайна» и «Кино домино». А некоторые участники в своих фильмах брали на себя сразу несколько ролей. Лучшим режиссером стала Полина Пашенцева за фильм «Обыграй меня». Помимо режиссерской работы, в фильме она выступила в роли актрисы и сценариста. Круто! Круто! Вот, все, тебе нечего сказать. Спасибо! Спасибо всем! Спасибо! Просто безумные впечатления. Это что-то нереальное, это чудо, что у меня получилось взять эту награду. Я до сих пор не верю, что это я, правда. Это что-то неописуемое. На самом деле, это самое чудесное место, в котором я когда-либо была. Вот, если кого-нибудь будет возможность сюда приехать, нужно не раздумывать, а сразу говорить «да». Победители премии «Крылья» получили специальные призы от партнеров проекта, а также получили путевки на зимнюю детскую киноакадемию 2019. Но самое главное, что обрели юные киноакадемики в смене, это настоящих друзей, веру в себя и, конечно же, «Крылья», которые помогут им высоко взлететь и исполнить свою детскую мечту.